моя первая покупка на мою первую зарплату была мягкая игрушка, которая оказалась фирмы «Гулливер». Когда я начала работать в компании «Гулливер», эта игрушка стала для меня особенно дорога, а компания еще больше. Да, у меня есть мягкие игрушки «Гулливер» дома. Ежик, собака, заяц. У меня есть тобот. И не только. Ну пусть это будет «Брудер». Пусть это будут надежные немецкие машины «Брудер». Потому что у меня сыновья. Да, я люблю коллекту. У меня весь подоконник в коллекте. А также всем своим друзьям, у которых есть дети, я дарю Playmobil. Спойлер, «Авакар» — это наша страсть. «Черепашки-ниндзя». Это прям история с детства, люблю. Любимый персонаж Донателло, всех по именам знаю до сих пор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну я девочка, поэтому я, конечно же, люблю Сонечку, Роуз. Есть гулливеровская игрушка 12-летней давности. Обнаружила только недавно. Мягкая игрушка. О, их море.